Как отдохнули в Крыму? Будет очень круто. Умеешь ты натирать за***ку? Кого натирать? Здесь что-то происходит. Сейчас будет рубрика Илья Туревич. Илюха, здоров. Все, походу. Здорово. Есть проблемы. Короче, пацаны не могут приехать к тебе на этот, на этапчик в Липке. У них говорят дрифтмастерс. Ну, в плане ничего страшного, блин. А как они, как ты людей-то соберешь? Ну, короче, хуевая организация. Мы думали, там Василявск хотя бы приедет. Там Дин, я не знаю, ну, черт Можно возьми. Я, за него буду говорить, я больше не знаю никого. Ну, короче, фишка в чем? Что Drift Masters у нас совпадает с самым крутым чемпионатом. Липки Дрифт, кто не знает про это, а тот не знает про дрифт вообще ничего. Даже Drift Masters про это не знает. Даже Drift Masters не знает про кто Липки Дрифт. Расскажи, как ты тут очутился? Парни, короче, я летел на чайку. Серьезно? А меня не пустили? А мне дали запрет! Прихожу пограничник, даю паспорт, говорю, здравствуйте, я приехал. К девочке пошел, потому что, ну, я думал, ну, сейчас быстренько пройду. Ага. Не хотите пройти на собеседование? И он такой... И надевает резиновые перчатки, да? Заводит меня и спрашивает, где вы работаете, то-то-то, куда едете? Я расписал там, Миллер, Саша, там все-все-все, еду на мероприятие, дрифт-пилот, фотографии, весь Инстаграм пролистал. И следующий вопрос, как отдохнули в Крыму? Я такой, в плане, ну, 17 августа 2017 года. А я до этого статью читал, мама скидывала, знаешь, вот это, типа, никогда не говори то, что ты был в Крыму. У пацанов мечта сбылась, понимаешь, в центре города на проспекте дуреют, понимаешь? Джедрайв мечты сбываются. Да. Привет! Сегодня намечается движуха тут. Вроде бы идешь по проспекту, но понимаешь, что что-то тут не так. 15 сентября сегодня закрытие сезона Орлеев. И в рамках всей этой вакханалии будет шоу дрифта от команды чемпионов G-Drive. Посмотрим, вчера тренировались, даже перекрывали проспект вчера вечером. Ребята тренились. Андрюх, привет! Ты что, один пока тут? Да? Все будет поздно. Все поздно будут? Вообще, я думаю, что круто будет. В прошлом году было хорошо. Главное, чтобы машины поехали. Вот так все тут выглядит. ГАИ. Свой стенд тут. Можно ПДД попробовать сдать. Скоро начнем готовить. Смотрите, как тут круто. Прямо хочется самому вальнуть, да? Я, в принципе, как ребенок здесь могу подойти. Побриться бы, и можно сесть на эту штуку, да? Мы даже не бритым удадим. Даже не бритым удадите? Отлично. Тут выставка кастомных моциков. Все пока безлюдно, потому что утро еще. Вот так стоят наши тачечки. Сразу коляха рядом, можно коляху покурить. Подожди, дорогой, мороженое бери. Мороженое тут есть, коляха есть, тачки есть. Все, осталось блядь. Телок найти. Можно жить, да? Можно жить. Леша Снежок, раньше... Леха раньше делал прикольные фотографии, фотоотчеты, портреты, да? Не хватает тебя, Леха. Все забыли, как снимать портреты. Леша снимал только лица. Прикольные, красивенькие. А где твой моцик? Ты не выстрелил? Да, пошли, покажешь. Красавчик. Колеса такие олдскульные, да? Батончики такие. Ну, ты на нем уже года 3, а то и больше. 3. Ну, я периодически переделываю. Ага. Что-то хромы стало больше, нет? Нет, трубы хромированные. Но это уже финальная версия. Здесь вот такой контейнер очень стильный. Пока милиции больше, чем людей. Но это нормально в нашей стране. Везде шашлыком пахнет. Это не от меня. Скоро здесь будет другой дым, да? Идем посмотрим, что тут делают. Вы тоже туда, да? У нас сейчас снова рубрика «Взгляд снизу». Да. Я говорю, перестань бежать. Ты, конечно, ты маленький, но тебе и так немного капелек попадает. А если ты бежишь, ты собираешь их больше только, понимаешь? Это ты, наоборот, большой.
когда бежишь, много собираешь. А мне площадь контакта меньше. Я так уворачиваюсь, да. Ты как ребенок, слышишь, ты реально как ребенок, тебя очень легко в толпе потерять. А если еще так, ну, чуть темнее, то вообще край. Да, я везде, и по чуть-чуть снимай себя, видишь, как мы. Давно не видно на дорогах города Минска, да? Меня как раз прав лишили, я тут. Поэтому давно не видно. В общем, погода так себе. Но не помогает. Ты умеешь ты натирать залупку? Кого натирать? Лупку. Лупку? Лупку? Фу, ты вспомнил, как натираешь? Ты представил? Всем привет! Потел? Все жарко. Люди работают. Да, Денис, работай, красавчик. Валентин Сергеевич, быстрое интервью. Да? Открывай костюм? Нет, Сергей дал поносить. Я прям чувствую прилив умения управлять машиной, чемпионский костюм. Да я, наверное, Цареградцев его носил когда-то. А он не ломает машины в костюм? Ну, сейчас проверим. Вообще, вчера две машины на тренировке сломалось, но это было... Ребят, ставьте лайк, коммент, если вы хотите, чтобы Валик поехал в Раубичи. Если мы соберем, я думаю, 100 комментов, где все скажут, что Валик, давай в Раубичи, то я думаю, что Валик Сергеевич не стоит. Хотим, один есть. Сереги Сахар, как команда, что с машинами? Скажи? Все в порядке, все работает. Что-то отваливается, что-то чинится. Куда вы еще готовите? Конечно. Что будет особенное? Может, еще пауков возьмете? Может, подкинем еще мощности, так как надо залезть в боевой мотор, подкинем ему сил 50 каких-то. Каким образом? Ну, чуть поддуем и пружинки, тарелки. Клапаны? Да, и обороты сместим там до 8000. То есть получится почти РБ? Это невероятное ощущение. Я вчера заметил, что, получается, мы с ребятами входим в число тех немногих, ради кого перекрывают проспект Победителей. Это прикольное ощущение. Ну что, сейчас был дрифт-шоу, да? Женек, понравилось тебе? Отлично, это было мощно. Мне тебя неудобно снимать. Вообще, понимаешь, что мы вдвоем влезли в кадр, надо видать. Я могу ползти. Серьезно, да? Ну надо было. Я стою такой. Национальный вопрос. Не перепись. Короче, они вдвоем встречаются. Тёма, понимаешь? Потом будет армян не перья и то есть получается армян ничто вообще. Вообще не перья. Жалко, конечно, что свачки в разных командах, но с другой стороны есть плюс. Армяне выиграют по-любому. И я ушел, выиграли вы, видишь. Ну хотя бы они вежливо разговаривали по-русски, а не по-армянски. Они могли по-армянски разговаривать. Я думаю, что это просто не знает языка. Кто? Это знают. Я должен был. Тёма, смотришь наши блоги? Видел? Как? Один. Что скажешь? Понимаете, эти не русские. Да, его блог стал моим блогом. Когда в зоопарке отобрала камеру и ушла сниматься. Я отвлекся на секунду, а они уже перетирают Кадырова. История простая. Сидят пацаны и общаются друг с другом. Увидели, как китайцы мячиком стучат по полу. И говорят, давай, говорит, пойдем китайцев накажем в баскет. Китайцы пошли, переоделись в баскетбольную форму после этого и раздирают армянина и белорусов. Не раздирают, пока ничья.
Сейчас растерут. Смотри, смотри. 3-2, ну может быть уже 3-2, но нормально все. Они еще размножаются, их за углом все больше и больше. Всем привет, мы в Раубичах, тестируем супер локацию. Айк расставляет конусы, а я типа приехал помогать ему. Ну, традиционно это, знаете, приехал помогать и хожу тут. Трасса очень классная, очень хорошо, прямо тут такая еще тишина, знаете, вот эта такая манящая, которая сейчас разорвется от звука моторов. Смотрите, как здесь красиво. Трибунки. Здание по центру, это судейка будет. Будет очень круто, очень круто. Очень круто. Конечно, Логойск, но сейчас делается история. Не, ну, прямо сейчас. Не, без шуток. Ну я не прикалываюсь. Ну, как бы, это, я, ну, я тоже. Да, вот небольшое. Классно. Как ты проехал, расскажи, как тебе трасса? Страшно там поставить? На 81 балл. Нет, клево. Опять же, надо определиться, как там у тебя. Там можно вообще рано. Там можно лупануть рано, но опасно. Там можно просто... Пары будет сложно, если рано. Ну, как бы, там есть вопрос, что... Отстреливает тачка вот в этом. Да, ужас. Вот давай попробуй сейчас здесь, не доходи до него. А, все, и там нет у тебя. Вы что, два колеса взяли? Ну, не, я все понял. Сейчас он вдруг еще подождем. Я нахожусь на вершине дрифта Раубичского. Говорит лось из космоса. Остановка оттуда, под мостом ставитесь. Первая дуга. Перекладочка сразу вторая, и пошла большая дуга. Будет очень круто, очень интересно, необычно. Наконец-то такая крутая ходовая трасса, техничная и ходовая будет. Ну, как мне кажется. Я, конечно, не дрифтер, на самом деле, не настоящий сварщик. Но мне нравится. Я думаю, что все пилоты кайфуют. Я уже представляю, как Левицка с САК облизываются, потому что они сейчас не тестируют, и когда они приедут в первый раз сюда, я думаю, что у них будет максимум удовольствия. Ну и все остальные, конечно, пилоты, ребят, ждем вас. Андрюша, какая у тебя передача была? Скинем, скинем локацию. Это эфир? Да. Нет, первая, это было записано. Первая. А не задний ход все-таки, да, нормально, на первую? Нет, первая, между первой и второй была. Небольшой, да? Не воткнул. Я буду сейчас и давление сказать какое, да? 3,5 атмосферы, потому что больше, по советам Юры Перепечки, надо качать 4,7. Он когда это в больше этой... лопает. А это счастливое число какое-то 4,7? Он, он был в этой Рязани или где он, да, когда говорит, я посоветовался и решил, что надо качать 4,7. Я говорю, почему не 8? Значит, нитки повылазили. Так что, Андрей, а ты подписался на Racing Bike канал? Я всегда выписался. Красота. Не, ну что, я же поддерживаю. Наверное. Ребят, а вот из вас кто, все смотрели на наш блог? Опа! Животы подтягивались. Всем привет! Мы с Айком в Раубичах. Хотим пригласить вас 7 октября, в воскресенье, сюда, чтобы посмотреть на финал чемпионата Беларуси по дрифтингу и узнать, кто победит, Нагула или Левицкас в чемпионате. А может, Пискарев? А может, Пискарев? А все Андрей возможно, Сергеевич, сможешь? Все возможно, одевайтесь
теплее, я не знаю, возьмите термос с чаем, если что, хотя тут все это будет. Не нойте о том, что будет холодно, или вдруг дождливо, или солнечно, или ветрено, я не знаю. Будет круто. Да, будет круто, вы нам нужны, потому что мы вместе сделаем этот крутой, классный ивент. Вместе будем согревать друг друга, если вдруг будет холодно. Да, и посогреет все. Это будет финиш. Я сейчас стою на трибуне. На трибуне стандарт, по сути. А вот оттуда будет машина выезжать. Вот один экран, вот второй экран, где будет видна постановка, где должна быть видна постановка и вообще движение по трассе и результаты. Если кто-то посмотрел про лося, да, посмеялись, это вот тут вот. Вот там вот вершина дрифта Раубич. Я нахожусь на вершине дрифта Раубичского. Там вот я стоял. И, ну, это эксклюзивное место, всех там не пустят. Я сам знаю, что нажимать. Давай, не согласен. Надо. Ставьте лайки, дизлайки тоже ставьте, потому что дизлайк равен лайк. И не забывайте нажать на колокольчик. Racing Pie, Евгений Никитин и Сашка Фазан. Hello. Yeah.